Этим роликом мы открываем серию видеообращений о том, как цифровая трансформация меняет компанию СПД. Цифровая лаборатория начинает свою работу. Digital Lab стремится достичь нового уровня эффективности, реализовать стратегию 2025. Перед всеми нами открываются новые возможности. Именно ваши проекты позволят принести пользу компании. Для чего мы создаем цифровую лабораторию? В первую очередь для того, чтобы раскрыть творческий потенциал наших сотрудников, чтобы получить дополнительную выгоду из постоянно растущего объема данных, который накапливается в нашей компании. Digital Lab – это команда специалистов из разных дисциплин и департаментов, которые стремятся изменить текущую работу, сделать ее более продуктивной. Цифровизация создает новые возможности, позволяя стать компанией технологическим лидером отрасли и выйти за пределы Салымской группы месторождений. Как работает цифровая лаборатория? Мы хотим, чтобы она работала как самый совершенный интеллект, выстраивала самые сложные взаимосвязи для того, чтобы получить оптимальный результат. Цифровая лаборатория открыта для идей и проектов всех сотрудников нашей компании. Если вы видите идеи по повышению эффективности, избавлению от повседневной рутины, созданию дополнительной ценности компании, то вместе с экспертами цифровой лаборатории вы можете реализовать ваши идеи и увидеть эффекты от ее внедрения.